чуваки, всем привет, с вами Тимоха Домино. Сегодня игра на сервере Радмир Ролеплей, второй сервер. Также не забываем, что когда под этой серией набирается 40 лайков, выходит следующая. Так, ну погнали. Это уже пятая серия, по-моему, если я не ошибаюсь. И наконец-то я купил себе личный автомобиль. Это Mercedes W123. Вот, купил я его за верты. Ну, за обычные верты, которые я задонатил. Да, я задонатил на данный сервер 240 рублей, дабы купить себе Mercedes, потому что у меня нет времени просто работать вот здесь. Я занят Амазингом. Вот. На Радмир у меня уходит примерно, например, например, вот у меня есть 100% времени, да, на YouTube, то на Радмир у меня уходит около там 10% или даже там 8, вот так вот, а на Амазинг у меня уходит там 40%. Поэтому вот так вот. Короче, дело было как. Я задонатил и сразу захотел себе блатные номера. И понял то, что чтобы купить блатные номера, нужно 83 рубля доната. Я себе отложил 83 рубля доната и обратил внимание то, что мне не хватает на Сиеру, а я хотел Сиеру. Начал писать объявление, типа так и так куплю Сиеру. И мне чувак пишет, типа продам Мерседес, не нужен ли тебе? Я такой, ну окей, мне как раз было 160 тысяч, и он мне говорил, за 160 тысяч давай я тебе продам. Я такой, да, конечно, типа забирай. Говорит, только 15 тысяч предоплаты. Я говорю, а зачем? Он такой, типа, ну как бы она на штрафплощадке, давайте посмотрим салончик. Класс. Я говорю, ну а хорошо, типа, приехали, он ее снял со штрафплощадки, мы поехали, я дал ему деньги и купил машину. В общем, ничего там сложного не было. И почему не выложил, ребят? Да потому что я забыл ставить микрофон и, блин, короче, беда за звуком. Вот, это автомат сразу видно, это дизелек, скорее всего. Я не знаю почему, но мне кажется, что это дизель. Покупал я его сразу в такой бордовый цвет, он был в бордовом цвете. Вот, ну а сейчас я перекрасил его в черный. Ребят, в чем прикол? Расскажу. Смотрите, так, немного, так, сейчас посмотрим, транспорт, вставить, вытащить замок, то есть вы не ставили ключ в замок зажигания, то есть вы можете открытую машину оставлять где хотите, но без ключа зажигания ее никто не свистнет, это очень хорошо, вот. Еще, ребят, в чем прикол, потому что, ну, хотел я Сиеру, оказалось, что взял Мерседес, но ничего страшного. Очень даже классно. Я даже не пожалел. Я вот даже, ну, думаю, ох, как хорошо, что я взял Mercedes. И посмотрите, какие номера я поставил. Оказывается, что тем больше одинаковых букв и одинаковых цифр в номере, тем дороже сам номер. И я взял такой КАЕ-123. Почему 123? Номер кузова 123. Почему АЕ в жизни? Это Днепропетровский регион, АЕ Днепропетровская область. А буква К, ну просто К поставил. Короче, есть у нас 49 литров, 50. Кстати, когда я эту машину купил, у нее пробег было 17 километров. То есть машина просто, ну, новая. На машине не ездили. Ее купили и сразу практически продали. Вот давайте я вам покажу документы на транспорт. Вот, смотрите. Название Mercedes-Benz W123, владелец Нил Кеннет, модель 412, износ 0, 0 износ, чуваки, машина новая просто. Пробег 21 километр. 21 километр, ребят. Цвет 0/4. Так, госстоимость 230 тысяч. Госномер КЕ-123. Вот так вот, короче. Давайте прокатимся на нем. Все, завели. Кстати, просто кайфовая тачка. Mercedes — это очень круто, как ни крути. Тем более вот этом вот кузове. Вообще шикарно. Ну, просто кайф, ребят, просто кайф. И едет он так, ну, неплохо, очень даже неплохо. Чуваки, это моя самая первая тачка на данном сервере. Вот, теперь будете меня узнавать, у меня на Радмире есть автомобиль. Кстати, IP сервера в описании под этим видео. Там, кстати, вы найдете ссылочку на модпак данного сервера. Также, ребят, в описании есть мой инстаграм и мой твиттер. Обязательно подпишитесь, принимаю всех, там в заявках не висите. Вот, и мою официальную группу ВКонтакте, тоже ссылочка в описании. Вот, ну, короче, погнали кататься на Мерсике. Вот, я их особо не видел, то есть мало очень. Сиеры еще, да, есть, потом тазы, очень много тазов, да. Но вот именно Мерседесов я практически не видел. Взял ее в бордовом цвете, а теперь захотел в черный. Покрасил в черный, шикарно. Салон красный, а снаружи машина черная. Вообще шикарно. Просто шик. Кстати, зимний модпак — это отдельный модпак Радмира. То есть посмотрите, какой он качественный. Посмотрите, какие деревья красивые. Так, здесь нам надо аккуратненько. Блин, класс, чуваки, просто кайфую с этой тачки. Она низкая такая, стоковая, большая, именно, ну, класс. Очень нравится, очень нравится. Блин, там еще дорога куда-то есть. Блин, давайте поедем посмотрим, очень интересно. Вообще, я еще насчет маппинга особо не разобрался, я особо не ездил. Я работал только на шахте, на лесорубе работал, потом сдал на права и задонатил себе на Мерседесик. Сюда там поехала? Аккорд.
Крузачок и тигр. Постоянно вижу, едет ментовский крузак, значит, сзади будет точно тигр, это 100%. Так, а куда это мы приехали, ребят? Интересно. Кстати, у них свой маппинг, это очень круто. Аккуратненько надо. Потому что машина, ребят, посмотрите, какая она длинная. Блин, надо аккуратненько с ним. Потому что надо бережно относиться к таким автомобилям. Да и вообще к любым автомобилям. Вот. Не буду показывать, что под капотом, там не буду показывать, что в багажнике, потому что я не знаю, как их открыть, но это не важно. Так, давайте развернемся тут и заедем вот этот полупорт или что это такое, мне интересно просто, давайте. Все, вроде бы развернулся. Давайте поедем посмотрим. Кстати, тест-драйв я на него отдельно сниму. Это не тест-драйв, это просто вам показываю, хвастаюсь, грубо говоря. Класс, ребят, порт еще какой-то есть. Надеюсь, меня тут никто не застрелит. Давайте поедем посмотрим. Кстати, смотрите, как низко выезд к воде есть. Просто кайф, чуваки, просто кайф. Прикольно. Оттащусь от маппинга Радмира. Вообще молодцы, просто красавчики. Давайте вот так вот сделаем для превьюхи, типа. Такой вообще все шик, вообще четко. Класс. Так, и все, попонтовались и валим отсюда, потому что мало ли что может с нами произойти здесь. Так, завели, кстати, нет этого, блин, мода от первого лица. Так, смотрите, ребят, как кайфово там внутри. Был бы вот мод от первого лица, было бы очень круто. Еще в чем прикол, то что вот Сиера, да, она маленькая такая, но она гоночная, она у нас косвордовская здесь. Сиера я тоже с удовольствием взял. Вот, а Мерседес этот, он сам по себе большой. Еще плюс то, что он заниженный, он кажется вообще очень длиннющий. Это очень крутая тачка, очень крутая. Кстати, один из самых надежных Мерседесов в мире, по-моему. Ну и вообще один из самых надежных автомобилей в мире, это 123-й Мерседес. Можете там посмотреть видос, если кому интересно. Так, ну будем отсюда уезжать. Не знаю, ребята, где кататься, что делать. В дальнейшем уже будет попроще. Кстати, я получил номер, вот это вот мой номер на данном сервере, вот. 44 44 88. Вот, можете мне звонить, и когда я в онлайне, пишите, звоните, встретимся, покатаемся. Вот, получил я уже второй левел, ребят, наконец-то. Теперь уже смогу поработать где-то на нормальных работах, потому что я задолбался на грузчиках, на шахтерах. Блин, ну вы видели, неаккуратно заехал, уже разбил бампер и фару. Блин, капец. Поэтому с этой тачкой надо поаккуратнее. Сама по себе машина очень хорошая. Я не знаю, дороже она Sierra или дешевле. По-моему, дороже. Sierra, по-моему, 210 тысяч, а это 230. То есть, если эту продать, Sierra можно взять, но я не хочу. Почему? Изначально я искал Sierra. Изначально я искал Sierra, почему-то на Mercedes я вообще не смотрел. У меня были планы задонатить и купить Sierra. Но так как мне чувак предложил, давай Мерс, типа, и то это долго было, ребят. И вот этот Mercedes покупал около часа, то есть... Вот так вот, покупатель реально хотел мне его продать и не кинуть ничего, и я его забрал. То есть вот так вот, получилось это довольно-таки случайно, вот. Поэтому, ну, я его оставлю. Я его оставлю, я не хочу пока покупать Сиеру. Мне, в принципе, пока Мерседеса так вот выше крыши хватает. Потому что вдруг что, да, подписчик или еще что-то, куда мне в Сиеру? Одно место там будет, ну, двухместная машина. А вот этот тут четырехместный черный Мерседес с красным салоном, ну, ребят, ну, согласитесь, это круче Фордика. Вот, тачка прикольная, доволен ли я или нет, ребят, ну очень доволен, я как ее купил, у меня вообще радости тут было выше крыши. Посмотрите, а Азовковский москвич можно купить за 20 штук, ребят, 20 кесов это вообще не проблема. Я думаю, за часик можно заработать на шахте или на лесорубах. То есть те, кто говорят, что тут экономика говно, не, ну в принципе да, Range Rover SV автобиография стоит 8 миллионов. Не, ну в принципе экономика да, тут какая-то такая, знаете, не очень. Вот, я бы заснял об этом видео, высказал бы свое мнение, все, но... Администрация Радмира сейчас занята другим, и на их серверах они еще обо мне не знают. То есть заявлять так громко о себе пока, думаю, не стоит, потому что это никто не увидит, это никто не услышит. Это я оставлю на потом и сделаю в дальнейшем. Вот, ну думаю, насчет экономики мы разберемся, я еще напишу администраторам, если меня будет интересовать данный сервер в дальнейшем. А сейчас вот так вот просто посмотрим. Вот, пока, что я пока делаю на данном сервере? Пока просто катаюсь на Мерседесе и кайфую. Скоро поеду устраиваться на работу, и уже будет следующая серия. Ребят, не забывайте, что когда под этим видео набирается 40 лайков, выходит следующая серия по Радмиру. Вот, это обязательно. То есть 39 лайков не выходит серия, 40 лайков уже выходит серия. Поэтому, ребят, спешите, ставьте лайки, тем быстрее вы налупите лайков, тем быстрее выходит новая серия. Вот, насчет твинков и так далее и тому подобное. На данном сервере у меня есть один аккаунт, это Нил Кеннет. Номер мой в игре 44 44 88, Мерседес мой КЕ 123.
123 кузов. Поэтому, ну, не перепутайте меня ни с кем. Кстати, меня уже здесь узнало два человека, два маршрутчика. Они просили передать привет. Чуваки, я не помню, как вас зовут. Одного Никита звали, вот. Ну, а другого я не помню. Извиняйте, парни, это было давненько, конечно. Но меня узнают на Радмире уже. Вот очень приятно. Это просто очень круто. Вот, теперь у меня есть черный Мерседес, теперь будете, я думаю, узнавать меня. В общем, ребят, классный Мерседес, вот так вот я вам рассказал, как я покупал эту тачку. Понравилась она мне? Да, понравилась. Какая следующая моя машина будет? Ребят, я не знаю, какая следующая моя машина будет. Есть, конечно, конечно, есть мечты, СВ автобиография, но это слишком понт. Это очень дорого для меня, и таких денег я не найду, мне ее даже на тест не дают. То есть, вы понимаете, мне даже на тест не дают СВ. Я и в свободную группу писал, и к кому я только не обращался, но никто не дает мне на тест СВ-шку, к сожалению. Но ничего, короче, как найдем только СВ-автобиографию на тест, я обязательно ее сниму. Вот, а пока у нас вот этот вот Мерседес, потом в дальнейшем сниму на него тест-драйв, расскажу вообще все о нем. Вот, а сейчас я вам просто показывал, как я покупал всю машину, рассказывал, точнее, за номера и так далее и тому подобное. То есть, это моя первая машина, вот, брал я ее с рук, если вы еще не поняли, не с автосалона, с рук я ее брал. Ну, машина, я доволен, тем более это моя первая машина. В общем, ребят, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, вступайте в официальную группу ВКонтакте, ссылочка на нее будет в описании под этим видео. Также подписывайтесь на мой инстаграм и на мой твиттер, все ссылочки в описании. Вот, встретить вы меня в игре можете под этим только псевдонимом, Нил Кеннет, вот. Так, уберем ключ зажигания, вот. Ставьте лайки, пишите комментарии. И рассказывайте друзьям об этом видео. Также не забудьте посмотреть мои предыдущие видеоролики. Это Сталкерс в Припяти в зоне отчуждения и влог на крыше, влог я покупаю Range Rover. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч. Всем огромной удачи. Пока-пока.